Несмотря на юный возраст, Захар Король – настоящий мастер своего дела. Под умелыми пальцами рождаются волшебные звуки. Парень с легкостью управляет смычком. Инструмент свободно поддается молодому музыканту. Виолончель в руках у мальчика уже 5 лет. Вслед за старшим братом юный исполнитель погрузился в удивительный мир нот. Любовь к музыке, сила воли и постоянное совершенствование своих навыков привели парня к заслуженному успеху. Секрет победы прост – регулярные занятия и упорство. Помимо школьных занятий, также занимаюсь дома. Занимаюсь где-то час, может, больше, два. В школу музыкальную тоже хожу. В неделю 3 раза на специальности хожу и занимаюсь. По часу минимум. Подготовка к международному детскому конкурсу «Музыка надежды» длилась не 1 год. Между собой состязались 64 участника из Беларуси и России. В течение 5 дней молодые музыканты боролись за призовые места в своих возрастных категориях. Он очень легкий на подъем, очень музыкальный, очень техничный, и с ним легко работать. Захар очень виртуозный парень. И ему удаются какие-то виртуозные моменты. Сейчас Захар Король учится в 9 классе. Планы на будущее серьезные. Парень планирует поступать в один из минских музыкальных колледжей и продолжать играть. Ближе всего сердцу юного Ростроповича классические произведения. В свободное от занятий время школьник предпочитает спорт. Бобруйск славится множеством талантливых музыкантов и исполнителей. Не исключено, в ближайшее время этот список пополнит и Захар Король. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.